Россию не победить. Русские парни даже зимой в трусах бегают. А на улице минус 13. А парень в трусах пробежал. Он такой красенький вообще-то. Прогулка по тропе здоровья. Как снег скрипит под ногами. Тихо в лесу. Дошел до арки Велолес, тропа здоровья. Внимание, ограничение высоты. Но ограничение высоты связано с теплотрассой, которая проходит, чтобы под ней можно было пройти, не нагибаясь.